Вот, ребята, проколол колесо. Смотрите, центр города. И я встрял. Вот гвоздь. Вот он торчит. Покрышка спущена. Вот привез инструмент. Центр города. Сейчас буду все это дело чинить. Не знаю, получится или нет. Но буду стараться. Это второй прокол. Буквально 2 дня назад я проколол переднее колесо, заклеивал. И вот сейчас проколол второе. Вот такая неудача меня постигла в течение 2 дней. Сейчас я постараюсь, не снимая колесо, заклеить камеру. Вот я отметил на покрышке. Крестик поставил, чтобы знать, где дырка, когда сниму камеру. Вынимаю. О! Смотрите, что словил. Блин. Вот такое вот гвоздище я словил. Блин. Обалдеть. Вот она дырка. Вот она. Вот так вот. Ну, я мопед еще туда-сюда телепал. Не знаю, может быть, и еще что-нибудь там наколол. Сейчас буду смотреть. Если не получится так вытащить камеру или там больше дырок, придется менять. У меня есть с собой камера запасная и набор для клея. Вот так, двумя руками одновременно, две монтажки. Дело в том, что если я сейчас вытащу монтажку, то уже здесь я не подцеплю, здесь щели вообще нет. Ну, для того, чтобы зацепить. Что делать, я не знаю. Вот так. Третьей монтажки у меня нет. Видите, а эту я никак не ставлю сюда. А, вот, смотрите, получилось. Ой. Получилось, ребятки. Охренеть. Давай. Так, вот так камеру я, наверное, не вытащу. Вот, показываю вам рукой. Еще надо немножечко. Уже руками можно. Все. Получилось. Ура, блин. Получилось. Так, теперь вытаскиваем камеру. Так, а у нас получится спущено. Сейчас перелюбим. Потому что надо будет это все запортировать обратно, блин. Опа. А вот он, мой бедный камера. Так, качаем колесо. Вот насос. Взял у своей женщины, блин. Мой насос идет. Покажу вам, какой купил насос. Тоже, блин, выбирал очень долго. Сейчас вы увидите, как я буду качать колесо. Главное, с помощью чего. У меня в мопеде пока нет прикуривателя.
Ну, скоро я его поставлю. Так, смотрите, у меня есть вот такая вот приблуда. Аккумулятор для эхолота я брал, ну, в общем, для рыбалки. И вот такую штуку я купил. Берем, вставляем от насоса эту штуку. И все, сейчас будем качать. Смотрим, ищем дырку. Вдувает сразу. Какой хрен, что найдем? Так, привет. Так, нет. Камера подвесительная, должна быть вот здесь. Я не понимаю, где это. Дует ветер, шумно, я ни хрена не слышу. Не могу понять, где она это. Ладно, сейчас найду дырку и вам покажу. Смотрите, ребятки, ну не все так плохо. Короче, дырку я так и не нашел, что я только не делал, не получается. Смотрите, отстегнул вот эту штуку от барабана, да, она вот так вот была. Вот, вот здесь, за 3 секундочки. Отстегнул вот это тоже. Буквально за 3 секунды. И что меня порадовало, я не думал, что здесь втулка. Видите, здесь втулка. Сейчас я выбью ось, вытащу эту втулку, но выбью ось вот прям вот до сюда. Выбью ее. Вот эту втулку я вытащу и просто вытащу камеру и вставлю новую, и все. Я, к сожалению, ребята, не взял с собой крепление для штатива. Но сейчас попробую вам это показать. Короче, не все так плохо. Сейчас увидите. Смотрите, откручиваем гайку. Раз, все, оп, не теряем ее, вытаскиваем ось, я надеюсь, она сейчас вытащится. Главное вытащить ее не до конца, чтобы колесо, вот, все, все, ребятки, писец, и спокойно мы можем вытащить камеру, это же офигенно, это просто чудо. Берем камеру. Берем камеру. Я уже ее вынимал тут из, ну, до соска, естественно. Все, еще только не делал. Я не могу найти дырку. Вот она где-то шипит, что-то там. Ну, найти ее не представляется возможным. Теперь вот эту штучку. Вот так вот. И вот эту штучку. Вот так вот. Все, ребята. Камера у нас в руках. Сейчас я ставлю новую камеру, а эту потом заклею. Блин, а я столько мучился. Офигенно. Кому интересно, вот что написано на задней камере. Старая камера, а вот новая. Сейчас на нее, к ней даются всякие штучки. Наверное, надо как вот на старой вот эту вот штуку накрутить. Вот эту вот железочку. И болтик, потому что здесь вот этого нету. Сейчас я накручу и буду ставить. Все, ребят, все готово, все я накрутил. Устал я, честно говоря, уже как собака, я уже работал еще. И смотрите, китайцы-красавцы положили вот эту штуку, с помощью нее можно не пиля выкручивать. Ну и, естественно, еще одна гаечка новая. Поставлю все новое. А в старом такого нет, там просто колпачок и ниппель вы никак не выкрутите. А вот это вот прям вообще огонь просто. Ссылочки, если найду на камеру, оставлю в описании. Так, кладем пока сюда и вставляем с вами новую камеру. Так, вставляется она у нас вот так. Ага. Так, вот сосок внизу. Все, погнали. Опа.
Только бы, блин, не порвать бы ее. Самое сложное это будет ставить, ребят, сосок. Но это я, наверное, снимать не буду. В общем, вы поняли смысл, да? Сейчас я его попробую вставляю. Вообще надо, по идее, конечно, с соска начать. Но сейчас попробую вставить сосок. Вот, ребят, смотрите, вам не видно, да, но вставил я туда монтажку. Я просто камеру трогать не буду, потом тяжело ее поставить. В общем, поставил я монтажку, покрышку туда отвел. Сейчас вот пытаюсь вставить сосок. Вот, смотрите, вставил я сосок, и вон монтажка с той стороны. Ну, в общем, вот таким вот путем. Все вставил, даже накачал немножко покрышку, чтобы она, камера там расправилась. Подтянул гаечку соске, проверил колодки, но я хотел их достать на самом деле. У меня есть маленькая проблемка, но об этом я потом расскажу. Ничего страшного, но есть один нюанс. Значит, сейчас будем заправлять с вами покрышку. Главное это не порвать камеру. Я уже посмотрел с этой стороны, что камера нигде не вылезла, все у нас нормально. Вот, подкачал, сдул ее. Вот. Но единственное, что не скрою от вас, золотник я не смог вот этой штукой открутить, то ли он там прикручен, но у меня есть железное, но я, к сожалению, забыл. Я так сдул. Вот. Сейчас будем заправлять с вами обратно всю. Так, наверное, сначала, знаете что, я, наверное, ось сейчас вставлю сначала, и потом еще цепь с вами подтяну, у меня цепь растянулась. Давайте вставляем обратно ось сначала, чтобы колесо не болталось. Многовато. Много. Оттаскиваем обратно. Вот так. Вставляем эту прибуду сюда. Оп, оп, оп. О. Попадаем. Попадаем в дырочку. Давайте я потом одену уже, я думаю, легко. Все, готово, ребят. Отлично. Оп. И вот эту штучку. Гаечку нажимаем. Все, теперь занимаемся покрышкой. У нас ничего теперь никуда не денется. Занимаемся покрышкой. Конечно, когда колесо снято, все это гораздо удобнее. Так, еще раз проверяем. Вот здесь, с этой стороны, не торчит ли камера, не торчит. Сюда. А, мы все равно заразу. Ладно, руки. Так. Так, кричу, как старый дед. Опа, осторожно. Нужно очень аккуратно, чтобы камера не проткнуть. Так. Хрен-то зла. Ну, блин, что-то как-то не очень-то и получается. Я уже, если честно, день на ногах стою. Зафиксировать почему-нибудь, но нечем. Получается. Потихонечку, так постепенненько, да, получается. Опа. Так. Вот это что-то делаю. Вот так. Так, теперь вставляю сюда одну монтажку. Ребятки. Смазать бы ее чем-нибудь, но ничего.
Так, уже лучше, смотрите, расстояние лучше. Так, осталось чуть-чуть, ребятки. Чуть-чуть прям осталось. Все, готово. Я сделал. Фу. Смотрите, диск вроде не покоцал. Диск целый. Да, все с ним хорошо. Все, покрышка встала. Фу. Да, блин. Морой. Все, покрышка встала, накачиваем. Накачал один бар колесовую каменную. Я не знаю, какие там 1,8, там 2 пишут, какие нахрен. Один его, когда вон, один бар уже. Вот, смотрите, накачал один, ну почти один, да, бар, да, один. Ладно, не видно здесь. В общем, на стрелка на одном баре. И уже колесо каменное. Вот, смотрите, может, кто подскажет, красным вроде это бары. Если я ничего не путаю. Но в любом случае колесо уже каменное. Больше я качать даже и не буду. Потому что как-то я накачал два, я на кочках одурел, мне пришлось спускать колесо заднее. Я думаю, что переднее где-то 1,5, даже, наверное, меньше. Ну ладно, об этом мы потом поговорим. В общем, вот так вот. Пишите в комментариях, ребят, может, я что-нибудь не знаю. Так, теперь смотрите, вот цепь у меня, да? Во. Так, она сейчас болтается. Сейчас я подтяну, как я сделаю, ребят, сейчас, чтобы не морочиться, я на одинаковое количество оборотов подтяну и вот эту, вон тот болт и вот этот. Затяну их, соответственно, и цепь у нас это, цепь у нас натянется, и колесо будет ровно, я надеюсь. Но если все подлигурирую, но это я показывать не буду. В общем, колесо держит, я его накачал до 1,5 пока что бара. Больше качать не буду. Колесо и так, ну, просто намертво стоит. Вот. Потом как-нибудь расскажу вам в следующих видео, что там с этой камерой, где я нашел дырку, сколько их и так далее. Ну, в общем, вот такие вот дела, ребятки. Так что, если вы дырку не обнаружили, то делайте, как я. Колесо снимать, в общем-то, не обязательно. И это меня пипец как порадовало, что не надо снимать колесо. Делайте, как я, и все. Ну, а с передним там все просто. Ну, это ладно, как-нибудь я расскажу в другом видео, что там с передним. Там есть тоже один нюанс. Вот, даже, наверное, не один. В общем, вот такие вот дела, ребятки. Все, я сделал. Сейчас я все это дело быстро дособираю. У меня просто времени нет. Меня ждут, нам надо ехать. Слава богу, все получилось. Имейте с собой обязательно запасную камеру, набор для клейки. Обязательно, ребята, монтажки. Это просто и насос. Особенно, если вы едете там, где нет машин. Вот такие вот, ребятки, пироги. А я по-прежнему в центре Екатеринбурга. Все, быстренько заканчиваю, доделываю все, собираю, еду домой. Всем огромное спасибо, что посмотрели этот видос. Пишите свои комментарии, что вы об этом думаете, там советы и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будет много чего еще интересного. До скорых встреч. Пока.